Они поют не для славы. Сегодня задача показать молодым людям, что в Самаре есть немало возможностей реализовать себя в творчестве, в любом его виде. Хочешь петь, танцевать, рисовать или заниматься спортом? Пожалуйста. Причем, если не можешь, научат. Сегодня в Самаре у молодых людей есть разные варианты, на что потратить свободное время с пользой для души и тела. Студентка технического университета Ангелина Климова выбрала спорт и не пожалела. Для меня танцы, все, что является спортивной деятельностью, для меня это важно. Я спортсменка уже более 9 лет, и помимо учебы очень люблю сходить на тренировку, развлечься, отвлечься от каких-то других дел. Вот такие фестивали, они показывают, что есть много разных, можно заняться именно рисованием или спортом, или что-то в другом себя попробовать. Чтобы каждый смог выбрать полезные занятия по вкусу, в Ленинском районе Самары организовали фестиваль, посвященный пропаганде здорового образа жизни и поддержке творческой молодежи. Самое время начать. Инициатором стал Общественный молодежный совет при администрации Ленинского внутригородского района. Идею поддержала администрация района. На сцене представители секций, клубов, творческих коллективов. Каждый представляет свое направление. Здоровый образ жизни сегодня в тренде во всем мире. Мы даем возможность людям понять, что какие мероприятия можно проводить здесь, на территории Ленинского района, какие открыты секции, какие открыты кружки, клубы и так далее. То есть, на мой взгляд, это будет достаточно интересно для всех. Есть известные танцевальные школы, есть тренеры по фитнесу, которые могут дать свои рекомендации именно молодым людям по здоровому образу жизни. Есть творческие люди, которые проявляют себя в написании картин в каком-либо творчестве. И вот мы создали такой симбиоз для того, чтобы каждый смог найти для себя интересное. Организаторы уверены, что у каждого молодого человека есть мечта, чтобы в свободное от учебы время заняться тем, что просто приносит радость. И это может стать хорошим выбором вместо тех вредных привычек, которые предлагает улица. Олег Зверев, Артем Сулайманов, «События».